После того, как я дам разрешение на использование моей веб-камеры, программа предоставляет мое распоряжение маску, в которой я должен встроить свое лицо и нажать на синюю кнопку. Записывается изображение, и дальше начинается его анализ. Анализирует цвет лица. Светлость этой личности. И создается мелодия, написано название мелодии, правда, на японском языке. Дальше начинается демонстрация того, что получилось. Продираясь через лепестки сакуры. Гипнотизируя всяческими узорами. И, наконец, выписываются иероглифы названия.